Ну що ж, ми продовжуємо, і вже до нас завітали гості. Це Вікторія Орєхова, провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, та Олександр Фіногеєв, письменник. Привіт, який нас сьогодні зібрав. Ми будемо анонсувати зустріч, яка відбудеться сьогодні. Не буду розкривати всі інтриги. Вам слово, доброго ранку. Дякую, що прокинулися для нас сьогодні. Здравствуйте. Да, хочу сказати, що сьогодні в Центральной городской библиотеке имени Кропивницкого в 2 часа пройдет замечательная встреча. Презентация творчества Александра Витальевича Фіногеєва. Мы будем рассказывать о его книгах, о его творчестве, но больше внимания мы, конечно, уделим новой книге, которая вышла в 2015 году в издательстве «Леон. Миражи тумана». Угу. Тож, обов'язково. Про це... На яку публіку ви чекаєте? Як ви думаєте, хто завітає до вас сьогодні? Ми сподіваємося, що буде багато людей. Ми пригласили доволі немаленьке кількість відомих в місті людей, тому будемо сподіватися, що презентація буде мати успіх. Так, я просто в цьому переконана. Олександро, у мене до вас запитання, давайте трішки познайомимося, да, з вашою творчістю. Я знаю, що ви воєнно-морський лікар, так? Да. І письменник. Як це поєднується у вашому житті? У мене до вас запитання. Ну, наверное, жизнь... Ну, начну з того, що закінчив воєнно-медицинську академію в місті Ленинграді. Там учился 6 лет, и после ее был направлен на военно-морской флот, служил на Черноморский флот, служил начальником медицинской службы, и вот этот вот объем впечатлений, объем знаний, объем различной информации, он где-то отложился там в мозгу, который потом выплеснулся в этих книгах. И что хочу сказать, чем, в общем-то, меня подтолкнуло вот, к написанию, к литературной творчеству, это книга писателя Покровского «Расстрелять». Он бывший моряк Северного флота, он пишет тоже о флоте с юмором. Собственно говоря, как и я, юмор везде практически присутствует в моих произведениях. Вот, и я решил попробовать. И так, собственно говоря, вышли мои книги. Вот, 5 книг и уже 100 с лишним страниц, 160 страниц, вчера специально посчитал. Вот для 100, нашего эфира, да? Да, да, что, чтобы, что, ну, осталось вот буквально чуть больше половины написать, и будет 6-я книга. Вот хочу еще также сказать, что, конечно, к литературе меня приобщила бабушка, которая в детстве мне много-много читала книг, рассказывала этих сказок. Потом, значит, школа, любил писать сочинения. На флоте выпускал радиогазеты юмористические, эпиграммы на сослуживцев. Чуть позже... репризы для команд КВН и сценарий для новогодних утренников. Да, и вот еще хочу сказать в преддверии вашего вопроса, что моими крестными отцами, которые, собственно говоря, открыли мне дверь в этот удивительный мир литературы, являются Дмитро Дмитриевич Кремень и Вячеслав Тимофеевич Кочурин. Угу. Они, собственно говоря, так сказать, пустили меня по этому пути, и вот я иду до сих пор, и никак не могу остановиться. Вот, а формирование, как меня, писателя, значит, ну, и становление меня, я еще, наверное, становлюсь, потому что каждая книга, она, если вот эти вот первые три, они флоту отданы, вот, то две последние – это уже более лиричные, более, вот, ну, здесь можно и посмеяться, и поплакать, и поразмышлять, здесь есть философские мысли. Так вот, формирование, значит, это оказывает помощь, это Христенко Владимир Николаевич, редактор журнала «Литературный Николаев» и вообще организатор всех, всей литературы, наверное, Николаевщины. Вот. Потом Щедрова
Тобто багато, да, таких ваших натхненників, які йдуть поруч з вами, да, скажімо так, які вам допомагають. І як я зрозуміла, що саме писати письменництво у вас, література супроводжує саме такого дитинства, да, і ще зі школи. Ось, наприклад, ваша книжка «І життя, і море, і любов». Хотілося б декілька слів дізнатися, і я бачу, що у ваших творах є місце і життю, і навіть і коханню. Да? От декілька слів, будь ласка, от про цю книжечку. Ну, сейчас я что-то скажу, что, значит, еще кто принимает участие, это Зоя Ивановна Шадрина, это председатель общества Николаев Русич, вот, и Мирошниченко Евгений Гордеевич, литературный критик и филолог. Угу. Вот, ну, жизнь моряка, она заключается не только в службе. Не только в службе, а служба, в принципе, тяжелая, но почетная. И ты один среди экипажа в 300 человек. И вот эти, и ты должен делать там все практически. И рвать зубы, и сращивать переломы, и делать, вырезать аппендикулярные отростки. Ну, короче, в одном лице ты и хирург, и дерматолог, и терапевт, и стоматолог, и все-все-все. И после этого очень богатый опыт. Конечно, вот эта жизнь, она вот остается здесь, но и моряк на суше – это моряк. Вот, поэтому, поэтому не моряк оглядывается на женщину, а женщина на моряка. И поэтому, конечно же, любовь присутствовала всегда и присутствует до сих пор. Как без нее? Я навіть відкрила так голову о шлаках і другом. Ні, тут є великолепний розказ. Великолепний розказ називається «Герой». Я його дуже люблю. Несколько розказів, які моряк входить в купе поїзда. Вот, и так вот ведет себя раскованно, так все это организует, что женщина влюбляется и говорит: я хочу вот от тебя иметь ребенка. И они через долгие-долгие годы встречаются вместе. Вот встречается, она показывает ему фотографии, вот видит себя на ней молодым. У вас даже такие сюжеты, такие непогано бы даже экранизировать, да, показать, такие да, цикавые конечно, истории да, у вас. Да, да, вот да. У вас взагалі такие думки были, да? Ну, там... дело в том, что надо найти вот да. этого режиссера, сценариста и так далее. Ну, а так, это очень сложно. Понимаете, как мне говорят, что я мастер диалога. У мене всі розкази, вони построєні на діалогі. Ну так, я переглянула цю вашу книжечку, дійсно, діалоги налаштовані да. добре. Хотілося б декілька слів ще саме про ту книжку, яку сьогодні ви будете презентувати на зустрічі. Вона вийшла в 2015 році. Як довго ви її писали, про що вона? Хотілося б декілька слів дізнатися від вас. Вот понимаете, я могу сравнить свое творчество, наверное, с жаждой путника, который пьет и не может напиться. Вот эти книги, они буквально, только вот это через 2 года вышло «По местам стоять», потому что я захотел, жутко захотел написать пьесу. Я видел ее, я вот все это, понимаете, все до капельки. Но... Как сказал Владимир Вячеслав Тимофеевич Кочурин, он сказал: ты пишешь рассказы? Вот ты их и пиши. Но не получилась эта пьеса. Вот, поэтому, конечно, да, не вы первые говорите, что они готовы для экрана. Но, опять же, на все нужное, чтобы кто-то меня нашел по дороге. Ну, я сподіваюсь, що обов'язково просто цьому потрібен свій час. Скажіть, от все на морську тематику, да, навіть малюнки на ваших книжках, уже сразу зрозуміло, що мова буде йти про море. А якусь іншу стилістику, якусь іншу тему, от ви плануєте в майбутньому підіймати у Діло в тому, що... Це все-таки ви такий, як моряк, воєнно-морський лікар. От я 14 років, коли відкрилась лікарня в Степовому, я уехал туда, потому что я и реабилитолог, я и иглорефлексотерапевт, и ну, там много чего, вот, и там я занимался. Говорят, успешно очень занимался, вот, народ ехал. Вот, поэтому вот последние 2 книги, они более, так сказать, реалистичны, приближены уже к той местности, где я живу. Там идет и о жителях, вот этого села,
и какие-то вот сельские проблемы. Но опять же, понимаете, проведя в море, вернее, отдав военно-морской службе 26 лет, в каждом практически рассказе герой каким-либо образом связан с морем. То ли он был служил, то ли там проходил мимо и так далее. Это такая линия, которая просто проследковывается вот. И по житю, и по ваших вот. Творах. Значит, вот мой начальник, когда я ему подарил эту книгу, он прочитал, и там здесь вот первый рассказ, и он говорит, я прочитал и плакал. Вот это вот наивысшая оценка. Это значит, ты положил душу, вложил ее в эти листы. Вот бывает, там еще один есть рассказ, называется «Женька». И вот в конце там все плачут, и я плачу. Я думаю, що сльози – це сама така найщиріша емоція і найбільш така приємна. Хочеться, і вона в сльозах виражена. І я завжди традиційно запитую у письменників, у поетів, як у вас проходить процес написання. От хтось мені відповідає там за кавою, хтось говорить вночі. Як Олександр Фінагеєв пише свої твори? І скільки годин ви цьому присвячуєте? Ну, перша книга от в 2008 вже вийшла. І от, ну, зараз 2016 пишу. Ну, к концу года, наверное, я все-таки осилю шестую. Тобто воно як на вас надихає, да? Повинно бути натхнення вот для того, що... Каждый день. Кожного дня. Каждый день, да. Значит, после этого, во время ужина я смотрю какой-то фильм, потом сажусь и начинаю писать. Я не знаю, вот понимаете, вот мне говорят, как ты пишешь? Не знаю, руки пишут. Руки пишут. Руки, да. Це гарна відповідь, коли письменники так говорять, що руки пишуть. Тому що от я вже розумію, от мозок, розумієте, що я от дохожу до того моменту, де, собственно говоря, должно прерватися вже, а руки далі пишуть. Вот есть, конечно, рассказы, которые ложатся, ну, от буквально от, от первой буквы до последней точки, вот они ложатся на перо. Другие, конечно, сложнее, их надо откладывать, думать, там, возвращаться. Вот могу вот рассказать один эпизод, который, вот, поймете, что его не написать и что-то либо исправлять, это было в Севастополе. Значит, такой маленький двухэтажный домик, там жила старая бабушка, вот, и она умирает. Умирает и завещает свой дом своим великовозрастным племянникам, которые, собственно говоря, такие уже пьющие люди. И вот собирается процессия ее похорон, вот, и они со второго этажа пытаются ее вынести. Все ждут внизу, катафалк там и провожающие. И вот они, значит, пытаются вынести, а лестничный проем очень узок, и не получается никак. Они говорят, так, бабушку оставляем, гроб выносим, Господи, вот, и туда. И, короче говоря, так и сделали. Сделали, положили и забыли. По дороге еще выпили по чуть-чуть и поехали на кладбище. Приезжают, значит, открыли крышку, гроб пустой, вознеслась, святая. Вот они говорят, стоп, значит, сейчас это никому не расходиться. Едут в город, приезжают, значит, забирают бабушку. Тот шофер отказывается везти, он говорит, у меня большая работа. А... они останавливают такси, и там садится сзади парень, молодой, там курит, слушает музыку, вот, они едут, и уже подъезжая к кладбищу, он так поворачивается и говорит, а почему у нас так чем-то таким пахнет? Да, говорит, у нас бабушка умерла. И тут теряет сознание, и со всего маху въезжает в дерево. Те вынимают эту бабушку и бегом на кладбище. Вот после похорон они садятся в автобус, едут, и, значит, на одинокой дороге стоит одинокая машина, которая врезалась в дерево, и вокруг никого нет. Боже, тут такая цікавая, дійсно, история, интригующая, зі смыслом. Вы цікавий співрозмовник, дякую вам. Я залюбки теперь почитаю ваши книжки. Ну, я зізнаюся, что я не была знакома с вашей творчеством, але я обов'язково познайомлюсь, потому что морская тематика так само близка и мне. И бажаю вам успехов у сегодняшней встречи. Спасибо большое, багато приглашаю всех. Да. И особисто от меня хочемо бачити ваші твори на екранах. У нас в гостях була Вікторія Орєхова, провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки та Олександр Фінагеєв, письменник. Гарного вам дня!